В свете тенденций борьбы с лишним весом, утверждения «хлеб всему голова» многие на веру не принимают и стараются ограничить потребление хлеба или даже совсем от него отказаться. Между тем, хлеб – продукт первой необходимости, утверждают его изготовители. Для того, чтобы нормальная продолжительность жизни человека была, нужно есть каждый день там 28 грамм клетчатки. 28 грамм клетчатки – это в ведре картошки или в тазике зелени. Или можно съесть 5 кусочков ржаного хлеба. Встречать хлебом солью было принято на Руси неспроста. Русский народ на протяжении веков придавал хлебу особое значение. И сейчас хлеб обязательно должен быть на столе, утверждают современные врачи и диетологи. В связи с тем, что он содержит большое количество витаминов, микроэлементов, имеет уникальный белковый состав, углеводный, мы всегда его применяем для детей с эндокринной патологией, а также он может использоваться в питании и здоровых детей. Чтобы подкрепить слова делом, а заодно дать возможность гостям подкрепиться, была устроена дегустация продукции Иркутского хлебозавода. Андрей Скворцов, Александр Мокин, новости сейчас.